Решил петух посвататься к лисице, чтобы поправить разом свой бюджет, и дети смогут через много лет стать выше ростом и найти себя в столице. Все это так, но позабыл петух, что издавна лиса питалась птицей. В пылу своих желаний и амбиций женитьба тешила и взор, и слух. Лисица прыгнула в ответ на предложение: «Ты ужин мой, и я тебя ждала. Прощай, меня ждут новые дела. А так хорош ты, просто объедение». И съела петуха под вечер воскресенья. Искать поддержку осторожно нужно, когда вас могут просто съесть на ужин.